Просто есть на Руси солдаты, не забывшие святость погон. Для других ортодоксы схизматы, для врагов самый страшный их сон. Русский мученик, воин Евгений, чуял кожей ушей кинжал, но был тем, кто не стал на колени и кто крест православный не снял. Но был тем, кто не стал на колени и кто крест православный не снял. Боль побоев и бренное тело искушали солдата, смирись. А душа уже в небо смотрела, видя дальше, чем синяя высь. Бесновались враги свирепея от того, что не хочет сорвать крест обычный на ниточке шеи, что, прощаясь, дала ему мать. И вползали в них страх и сомненья, и никак было им не вдомек. Даже в самых жестоких мучениях остается всегда с нами Бог. А в горах и ущельях Кавказа силой веры дохнуло от слов. Ты, палач, мне глаза не завязывай, выпью чашу сию, я готов. Ты, палач, мне глаза не завязывай, выпью чашу сию, я готов. Просто есть на Руси солдаты, не забывшие святость погон.